У православных сегодня один из 12 самых важных праздников церковного календаря – Сретение Господне. В переводе с церковного, с церковнославянского, означает «встреча». Этот день символизирует собой встречу двух времен древнего мира и христианства Ветхого и Нового Заветов, которая стала возможной благодаря рождению Христа. Сретение и отмечается спустя 40 дней после Рождества Христова.